Доброе утро. Такое доброе раннее утро. Хотели встать 4 часа, выезжать, но встали в 5. Вот так. Все, Марина уже курочек своих покормила. А мы только раскачались. Ой, такая прям деревенская пастораль. Ну что, мои дорогие, а мы едем сейчас. Сейчас сядем в машину и поедем. Крым зовет. Говорит и показывает Москва. Как говорит и показывает Москва. А у нас никто не говорит на канале и никто ничего не показывает. Все, мы уезжаем. Птицу накормила. Сейчас собираемся. Бегаю с угла на угол. Порядки навели. Бегаешь одна ты. Да. Ну, хочется верить, что все. Да. Ладно. Ой. Ну что, мои дорогие, мы поехали. Что-то выкинуло. Три километра проехали уже. Ура! Я думал, сделали. Помогите все. Нам думал, знаешь, доехать. После того, как крест тут перекорежило, вот его сделали. Уже лет 15, наверное. Наконец-то по пробкам доехали до Москвы. МКАД. Тут хоть пробок нет. Ребенок досыпает. Вот смог вижу впереди. Вот это да. Прям видно. Ветра нет. Я вот приезжаю к тебе туда, в Черноморцы. Я вот сколько нахожусь, и харкаю все время. Так. Подъезжаем к реке. Ока. Мы даже к краешку подъехали. Угу. Он там Маришка снимает. Мост через реку Оку. Мост. Ну что, Егор, не видно тебя? Очень большая. А виды-то какие, виды-то. Простор-то какой. Ну что, едем дальше. Ага, стена все закрыла. Снимай. Снимаю. Вот сейчас я вот тут вокруг. Вон какой. Вообще лучше. Такие виды вокруг, не успеваешь. То на ту сторону, то на эту. Да. Вынужденная остановка. Поля. В Крыму давно скосили, еще в июле. Наши разминаются. Вот так. О как. Так, а Серега у нас тоже разминается на своих костылях. Ровно. Ушел. Спину ровно. Спину ровно, таз на месте. Ровно спину. Ровно спину. Сели. У вас встали. Неправильно, у вас они шатаются. Шатаются, потому что длинные ноги. Поглядывай, давай, поехали. Давай, кто как может, поехали. Сели. А ну раз так, я могу вот так. Сели, встали. Да, молодец. Даже вот так, видите? Давай. Теперь руками ворачивай. Туда. Туда. Сюда ровно стоим. Поворачиваем корпус. Хорошо. Жарко прям. Жарко.
Мы только проехали Куликово поле. Не быстро. Мы же не плывем, мы просто растягиваем. Раз, корпус растягиваем. Два. Я скоро плавать сыру. До ночи мы должны доехать за Ростовом, станица Кущевская, печально знаменитая. Забронировали там два номера в мотеле переночевать. Так что дорога длинная. Ну, посмотрим. Лишь бы, как говорится, Бог дал хорошо доехать без проблем, без всяких. Мы кушаем. Это Танечка. Классический майонез. Да. Рекомендую. Да. Вон остальные у нас ходят. А вот у нас Сережа. А что такое? А бутылка за что тебе? Что? Бутылка зачем? Чего ты хочешь? Вода. А. Ой. Стою. На, Марин, у меня упадет сейчас бутылка. Стою, давлю. О. Это такая тяжелая дорога в Крым, но веселая. Ну, осталось вот нам до Ростова. А это наш героический водитель. После операции. Что? Съедим. Еда, че, не видно чего. После замены сустава коленного. Вот оно так вот. И нас везет. Мы договорились, что каждые 300 километров будем останавливаться, и чтобы ему походить, ноги размять. Угу. И не пишите, что что-то там и чего-то. Он сейчас ходит просто обалденно. Он выглядит лучше, чем до операции. Он похудел, он стал ходить. Раньше он прыгал с палкой практически на одной ноге. А сейчас ходит. Месяц прошел после операции. Вот. Сейчас в соленом морешке полежит, поплавает. Ласты с собой взял. Серега молодец вообще. Ой, да и Марина молодец. А Марина-то какая молодец. Так что мы едем. Хотела снять Воронеж, но мы его мимо проехали. Ну, кто? Огурчик малосольный. Ребят, мы не от нищенства едим на дороге. Набрали просто продуктов дофига с собой. Надо съесть, они ж пропадут, жара. Так, кто не видел, девчонки, чернозем? Вот это чернозем. Его сейчас перепахали, он не такой черный, а так прям черная земля. А за ее не поедем. Вот видите, черная земля. Девчонки, чернозем. Где у тебя зубастик рыженький? Платные дороги. Господи, то этот транспондер не работает, то работает. О, сработал, боже мой.
тебе и так, и это. Забор. Там Дон, река. Это уж поверьте. Ну-ка, где он там? До Ростова-на-Дону осталось 300 с чем-то километров. Устали уже, устали, жарко, тесно, и устали. Это уже в Черноморке, ёбаный. Нет, еще, Сережа, далеко нам до Черноморки. Только пьяные это были все. Ой, дело к вечеру. Мы все едем. Что, мои дорогие, вот такой вот вам закат сегодня. Где-то под Ростовом на Дону. Необыкновенно совет. Да. Так вот, мои хорошие. Ой! Закрыли всю красоту. Ну посмотрите, а. Ой. Рыбоньки мои, я с вами прощаться не буду, наверное, сегодня. Да я сама не знаю, что у меня видео будет, сколько по времени. Но закат я вам все-таки сняла. Хоть вот такой. Целый баллон. Одни это самые дерева с кустами. Ну ладно, уже давайте тогда и попрощаемся. Всем хорошего вечера, спокойной ночи. Не болейте, не грустите. Мы с вами еще увидимся. Все. Пока-пока, мои дорогие. Ну, никак, девчонки, не могу с вами расстаться. Вы гляньте, какая красота. Ну, ой, смотрите, какое солнце. Ну, так, что он с тобой видел, что говорит, просто. Ну, красота. Ну ладно, пока-пока. А то я так и буду до темноты снимать. Ой. Вечер. Пробка. Не в Москве, а под Ростовом-на-Дону.